Похоже на нас темпераментом, но боятся холодов, и в Сибири редкие гости. Все это об испанцах. Сегодня в рубрике «Про нас» расскажем, для каких целей танцорам фламенко нужны кастаньеты, и почему в Иркутске днем с огнем не сыщешь полотна испанских художников. Не один десяток каблуков сбила Татьяна Перевалова, пока шлифовала все движения. Уже 10 лет она живет в ритме фламенко. Каждый год ездит в Испанию обновить знания. Новую футболку для занятий привезла как раз с курсов на родине этого танца в Севилье. Чтобы свободно общаться с учителями, выучила язык. А после и сама решила преподавать фламенко. Для многих из нас он кажется немножко непривычным. Очень необычным для нас эти все выстукивания, дробения, обычная пластика рук. Но все-таки, поскольку фламенко очень хорошо передает чувства человека, то я думаю, что чувства, они есть у каждого, и поэтому и русскому, и китайцу, и японцу они будут ясны. Танцоры доносят эти чувства и движениями рук, и отстукиванием ритма каблуками. По большому счету, музыка здесь нужна далеко не всегда. Особенно если в руках у мастера традиционные для фламенко кастаньеты. На самом деле, доподлинной информации о происхождении кастаньет нет. Но изображение этого музыкального инструмента можно встретить на фресках Древнего Египта и Древней Греции. Хотя, разумеется, популярными кастаньеты стали именно благодаря испанцам. Название этого музыкального инструмента переводится с испанского как «каштан». Хотя сейчас кастаньеты уже делают из дуба, слоновой кости и даже пластмассы. Фламенко, пожалуй, один из самых привычных для иркутян символов жаркой страны, хотя стать ближе к Испании можно и после похода в Иркутский музей. Например, эта картина пера испанского художника с труднопроизносимым именем в нашем городе с 1903 года. Приехала с выставкой, осталась в частной коллекции и спустя 20 с лишним лет оказалась в этих залах. Всего же в областном музее лишь две работы испанских мастеров. Слишком уж неохотно в стране расставались с полотнами своих художников. Вы знаете, так традиционно сложилось, что работы испанских художников за границу, то есть за пределы страны, практически не вывозились. Только, пожалуй, в 19 веке этот процесс как бы был приостановлен, то есть работы стали появляться в других странах. И поэтому даже в центральных музеях нашей страны испанские коллекции не очень многочисленны. Впрочем, и сейчас испанские картины – редкость в Иркутске, да и сами жители этой страны не слишком часто приезжают в наш город. За весь прошлый год только 100 человек обратились в туристскую службу. И те в Иркутске были проездом, день-два погостили, а дальше либо на Байкал, либо в Китай или Монголию. В 30-е годы 20 века сотни испанских детей перевезли в СССР из-за гражданской войны в стране. До Сибири доехали единицы. Большинство осели в центральной части страны. Изредка в Иркутскую область приезжают учиться испанские студенты. На данный момент в регионе временно проживают 3 испанца. Зато иркутяне Испанию любят, правда, в большей степени как морской курорт. Раньше туры в Барселону и приморские городки были одними из самых популярных среди наших путешественников. В последние годы все изменилось. Жаркую страну посещают лишь десятки иркутян в год. У нас собрали чартерную программу из Иркутска, да, в прошлом году. Курс валюты, да, не очень выгодный. Ну и плюс многие сейчас боятся беженцев. Но все-таки индивидуальные туристы продолжают летать в Испанию, любят это направление. А его действительно есть за что любить. Ведь это не только богатая культура, теплое море, фрукты и ни с чем не сравнимая кухня. Это общительность, гостеприимство испанцев и темперамент, который не так уж сильно отличается от русского. Надежда Казакова, Андрей Назаров. Новости по будням.